Кругосветное путешествие за 80 дней. Мореплаватель, покоритель вершин и глубин Федор Конюхов собирается сделать это на новой современной яхте «Бегущая по волнам». Пока же прошла репетиция вокруг Европы. С побережья Кипра Сергей Рыбин. 9 стран Европы за 2 месяца, более 3500 миль. Российская яхта «Бегущая по волнам» совершила свое первое масштабное путешествие. Рекордов поставлено не было, потому что такая задача изначально и не ставилась. Хотя в завершающей части круиза к экспедиции примкнул король мыслимых и немыслимых достижений на планете Федор Конюхов. Баргентина настолько понравилась Конюхову, что он уже планирует отправиться на парусники в кругосветное плавание. Я восхищен тем, что в России есть еще романтики. 20 лет, как после Советского Союза, Россия, но за эти 20 лет никто из России не построил парусное судно. Именно парусное судно. Кондиционеры, отопление, ванная комната в каждой каюте. Все компактно и достаточно комфортно. «Бегущая по волнам» рассчитана на 45 пассажиров и 22 члена экипажа. Современная электроника позволяет управлять яхтой даже одному человеку, что и попытается доказать Федор Конюхов. Другого такого парусного судна не найти. Если бы мы взяли специализированных дизайнеров, они бы сделали нам уже устоявшиеся формы. Вот все формы, все решения, которые есть в экстерьере этого корабля, они абсолютно уникальны. Ну, то есть вот была задача что-то такое создать, вот какой-то такой новый образ, чтобы не было ничего лишнего, не было хлама, чтобы были четкие ясные линии. Парусник не только красивый, но и функциональный. Экспедиция доказала, он способен бороздить водные просторы, как и сотни лет назад. Точку в путешествии поставил Федор Конюхов. У берегов Кипра он установил православный крест. В этом месте еще под водой когда-то была пещера, в которой жил монах, впоследствии причисленный к лику святых. Кипрские шпроты, знакомых с детства большинству россиян круглых баночек латвийского производства, на Средиземном море попросту не достать. О Риге здесь говорит и показывает вот этот небольшой аппарат. Скорее показывает, робот способен давать качественную картинку с глубины 150 метров. С какой-то там десяткой проблем у него, естественно, не возникло. Управляется плавающая машина обычным джойстиком. Управление, конечно, они сделали, ну, в принципе, удобное, как будто играешься. Хотя лучше бы, наверное, было сделать джойстик и тротом, вот как в самолете. Так было бы проще. При наличии такого оборудования «Бегущая по волнам» в состоянии заниматься научно-исследовательской работой. К тому же при общей длине 60 метров осадка судна чуть более 3, что позволяет заходить в небольшие бухты. Есть на яхте и дайвинг-центр. Практическая польза в романтических условиях – многообещающий дуэт. Сергей Рыбин, Дмитрий Болотников, Вести Спорт, Паралимник, Кипр.